Во-первых, спасибо. Потрясающая сцена. Во-вторых, сегодня все занимаются как бы не своим делом. И вообще сейчас можно заниматься не своим делом. Вы знаете, вот в Харькове среди пианистов есть мода такая. Пошла выступать со сцены в жанре вокальном. И я сегодня решил не играть, а петь. Вот. Я вот сейчас смотрел на этот замечательный капустник, на ребят, я вспомнил свою молодость, юность. И я вам сейчас спою самую любимую мою песню из нашей юности. И хочу ее посвятить и вот от себя лично, и от мужской половины этого зала, женской половины этого зала. Кто-нибудь помогите с микрофоном, подержите. Ночь в июле, только 6 часов.